Эй, хоу, это ват, влог лайф. Я на больничном тусуюсь тут у себя в кровати. Взял себе планшетик, только скачал YouTube. В общем, вот, даже аккаунт еще не вводил. Открываем YouTube. И сейчас просто посмотрим рекомендованные. Что мне рекомендует сразу YouTube, как только я его открыл. Это без просмотров, без всего. То есть даже в аккаунт только не входил. Первое это Навальный, все на митинг. Я землю жру, чтобы выжить. Видел его по телевизору. Это мужик, который задал вопрос президенту России. Что-то там Ирина Хакамада. А значит, сравниваем миллиардеров. Опять что-то Путин. Какая-то очень блядская политика. Идем дальше. В тренде, что у нас там? Почему же Путин не называет имя? Гуф. Не магия. Какие-то снова разборки. Обзор машин. Ну ладно. Последнее опубликованное видео. Опять что-то по поводу Путина. Анатолий Быков о пресс-конференции Путина по-любому. Антиплатон. Рекомендованный мне канал. Замечательно. Идем дальше. Политика в России, Украина. Блядь. Политика сегодня России, США, Украина. Это рекомендованный мне канал. Я только вот скачал YouTube и даже в аккаунт не заходил. Не первый канал. Кто богаче, бомж из США или рабочий какой-то там, наверное. Дальнобойщики в Госдуме, где живет земля главного. В общем, кто-то тоже из политики. Реальная журналистика. Рекомендованный мне канал. Навальный, Путин, не магия. Путин, золотые дети. Обеднеем дальше. Это все опять про Россию. Настоящее время, что нам тут рекомендует. А Путин. Путин тащил за собой все. Понятно. Что бывает, когда перечишь кому там, Путину или что это? Не суть. Поплатился за вопрос к Путину. У Путина была кличка елки-палки. Так, развлечения. Проект там Перес Хилтон, Слепаков, Анаши Раши. Так, ладно, Соловьев versus Бич Обед Хованский. Замечательно. Константин Ответственный X. Рекомендованный канал. Опять тут трой же Навальный. Поддержим новую стачку про дальнобойщиков. Депутата Путин. Ой, ёптать. Клуб веселых и находчивых. Рекомендованный канал. Пирамида Маслякова. 100 лучших шуток КВН. Ну вот. Так, Аксиома, рекомендованный канал, приговор для России. Я охренею, ребята. Телешоу Познер, Тина Канделаки. Наверное, по-любому о Путине говорили. Так, не магия. Год назад, кстати, обзор был какой-то. Соловьев, Дудь, Собчак, у Соловьева, блядь. Телеканал Дождь, вообще без комментариев, ребята. News Russian Channel, рекомендованный канал. Молодец, женщина указала место Путину на выборах. Кончаловки о Путине. Образ из жизни. Большой рынок в Питере. Ножи, братки, как НДР. Броню на канале РНТВ. А что, на телеканалах у нас разве врут? Обалдеть. Алексей Навальный, рекомендованный канал. Comedy Club. Блять, вот... У меня основ нет, ребята. Вот наконец нормальные каналки пошли, смартфоны. Тут хоть про Путина не говорят. Сила воли. Тут про Жириновского, ёлки-палки. Телеканал Тру, Собчак, Навальный, Путин. Не магия Лайф, не магия Он ТВ. В общем, Россия 24. А есть что-нибудь вот... Вот это наше... Вот Лунтик, вот это можно посмотреть. Канал Бармалейка. Классное название. Все понеслось. Блять. Навальный лайф. ICTV. Камикадзе. Бля, одна политическая хуйня, ребята. Вообще, не хочешь встречать Новый год в казарме? Встречай Новый год в кругу семьи, все, друзей. Да, не хочу, не хочу встречать, отстань. Так, идем дальше. Что у нас популярно еще? Правильно, Голос, World of Tanks. Вдудь популярен у нас. Эхо Москвы очень популярно. Тоже о Путине увлекаемо говорят. Трейлеры к фильмам. Лучшие композиции. Ну, главные новости спорт. Где фокус? Главные новости спорт. Где спорт? Тут я Путин только один.
Ну и музыкальные клипы, лучшие моменты. С Путиным лучший момент или с кем-то. Counter-Strike. В общем, рекомендованные трансляции. Чаи пить на хате где-то. В настоящее время еще какая-то херня. В общем, вот так вот скачал я YouTube. И мне сразу рекомендуют окунуться в пучину. Опять что-то нажал. Нет, нет, я не хочу. Отстань от меня. Не надо. Меня сразу бросает в пучину политики Украины, Донбасса, Путина, выборов Собчак. И все, у меня башка уже загружена. В общем, хороших выходных, друзья. Не болейте в сраную погоду. Всем пока.